Такие же, по сути дела, проходимцы, такие же отщепенцы от русской православной церкви, на которой стояла, стоит и будет стоять Россия. И бумажки, они могут, знаете, на компьютере сейчас можно набрать любой крестик, там, любое там название, любое слово. Это все пустяки. Хорошо, что делать с ситуацией в Боснии? Как здесь поступать? Я заканчиваю, скажу, подлинную русской церкви, о которой вы говорите, была в 30-е годы уничтожена, а из агентуры госбезопасности воссоздали агентурное подразделение 5-го управления КГБ в 43-м Глеб году. Глеб Павлович, и оно мой, продолжает существовать. Скажите мне такую вещь. Чекистский заповедник, агентура КГБ, апостол совершенно Павел правильно. Кем был? Подлинным христианином. До того. Так вы что, сказать, что... До того. Вы хотите сказать... До того. Что у меня спрашиваете, что я не...